Сегодня же в ЧГУ имени Ульянова открылась международная научная конференция «Арсентьевские чтения», приуроченная к 50-летию вуза. В ней принимают участие ученые из 7 стран. Роль университетов в истории и культуре России и мира, университетология и педагогика – вот основные темы конференции. Арсентьевские чтения – хорошая и давняя традиция вуза. Они посвящены памяти декана исторического факультета Анны Арсеньевны. Конференция уже 7-я по счету. В столицу Чувашии прибыли гости из 46 городов страны, в том числе из ведущих вузов России и отделений Академии наук. В общей сложности 90 участников, среди которых немало ученых с мировым именем из университетов Китая, США, Украины и Туркменистана. Вот это география участников, вот это представительство очень серьезное и говорит о значимости сегодняшнего мероприятия. Вот 7-е арсентьевские чтения, у меня находится в руках два тома трудов, статей наших участников. В рамках конференции будут работать секции, семинары, мастер-классы, где можно познакомиться с авторскими методиками обучения. Изобретатели и молодые ученые представят свои оригинальные идеи и проекты. Рифат Фаткуллин, Александр Петров, Республика.